Здравствуйте. Меня зовут Надежда Маличева. Я руководитель программы «Возрождение». Это программа, которая работает с молодежью. И хочу сказать, что я очень люблю молодежь, считаю, что это наше богатство, которое имеет наша страна. Я бы очень хотела, чтобы наше правительство точно так же относилось с ответственностью к ней, как к молодежи, и включало как можно больше не только учебные программы, но а также и духовные, потому что от духовного зависит состояние в общем человека, он, его все моральные качества. И я думаю, что если человек научился любить, что учит нас Библия, то это человек, который очень важен и дорог нашему обществу, потому что на любви строится все самое лучшее, самое доброе, самое дорогое. И это нас делает человеком с большой буквы, или человека, подобие Бога, который наш Бог полюбил нас так, что отдал своего Сына. Если мы будем иметь хоть капельку этой любви, мы точно так же будем милосердными друг к другу. Мы будем любить и уважать друг друга. У нас не будет таких проблем, потому что любовь, она все покрывает. Додаток світлого радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і світле радіо буде завжди поруч.